Почекай, да, давай. Вот. Мы сделали фарш, порезали сало, порезали лук, приготовили тесто. Теперь делаем вот такие вот кружочки. Вот такие делаем кружочки. Я думаю, их достаточно будет. Вот. Можно я покажу? Можешь. Делай такие. Ну, делай уже, делай здесь. Так. Ой, сейчас я пойду. Одной рукой чуть-чуть тесто. Нет, смотри, Даш. Значит, одной рукой вот так вот раз, вынимается. Потом чуть-чуть тесто придержал, вынул. Так, теперь это мы опять разминаем, скатываем. Вот. А это мы берем. Ты когда чай попьешь, ты освободишь, чтобы я мог сделать. А здесь мы ложим вот так. Здесь надо убрать, чтобы я мог положить приготовленный фарш. Стаканчик тоже убирай. Вот. На дно ложим. На дно мы ложим кусочек сала. Чуть-чуть сала ложим. Не так, а вот так вот. Все, хватит. Это даже много. Лучок. Чуть-чуть лука ложим. Чуть-чуть лука. Вот. И фарш. Вот так вот. Вот. Не больше, чтобы можно было защипнуть. Ложи. Так, правильно. Только теперь мы его делаем вот так вот, углубляем. Углубляем маленькие, ну, много фарша. Много фарша сделали. И делаем вот такой вот по форме, вроде как кувшинчик. Защипляем края, пытаемся сделать. Не получается. Да, надо делать так, вроде как вдавливать. Вроде как вдавливаешь. Так. Да? Надо, да. И тарелку нам надо какую-то потом отдельно. Как его защиплять надо? А вот я ж тебе, смотри, я ж тебе показал. Ты ж. Давай я буду ложить, а ты будешь защиплять. Хорошо. Вот ты его раз и оставляешь небольшое, просто небольшое отверстие. Форму, в принципе, мы делаем любую. Да и все. Чуть-чуть. Много не ложи. Значит, ложим чуть-чуть сала. Ну, сама я буду ложить. Дашенька, хорошо, ты будешь ложить. Вот так вот ложишь, смотри, ложишь. Вот оно, ложишь. Чуть-чуть мяса. Много мяса не надо ложить, потому что оно будет. И вроде как туда продавливаешь его. Вот так? Вроде как продавливаешь и так, защипляешь. Держи. Почти так. Держи. И защипляешь края. Форма, конечно, непонятно какая получилась. Форма у нас не получается почему-то с Дашей. Или это у дедушки фант. О, форму вот такую надо придавать. О! Вот такую форму где-то надо, чтобы в итоге была. А, в маске тоже такое самое были. Вот. Края защипываем, оставляем небольшую дырочку. Края защипываем. Вот, держи, я тебе. И оставляем небольшую дырочку. Так. Вот так.
Вот так. Наконец-то мы с тобой дошли, да. Наконец-то мы поняли, хоть что мы делаем, да? О. Так. Я сало ем. Кушай сало. Я просто хочу есть. Так. Все, этот процесс занимает у нас определенное время, поэтому мы особо долго не будем показывать. Камеру мы... По